Друзья, добрый день! Вашему вниманию новинка от компании Verfocarb. Набор сигнализаторов поклевки FA214-4+1. Комплектация набора следующая. Это пейджер и 4 сигнализатора различных цветов. Желтый, синий, красный и зеленый. Основными отличительными чертами данного набора относительно других моделей, представленных в нашем магазине, можно назвать следующее. Во-первых, как на пейджере, так и на сигнализаторах есть тумблер включения-выключения самого прибора. Очень удобно при настройке, очень удобно в процессе эксплуатации. Продемонстрируем, как это работает. Вот такой тумблерок присутствует на самом пейджере. Вот это он в режиме включенном. То же самое на каждом отдельном пейджере. Сейчас мы их всех включим и продемонстрируем, как они работают. Все, наши сигналочки включены, пейджер включен. Еще один важный момент, тоже отличительные черты этого набора. Кнопка, как я уже сказал, тумблер включения-выключения. Штормовые ограничители. Они съемные, то бишь их можно выкрутить по вашему желанию. Вот так выглядит в неоснащенном виде. А вот так уже в оснащенном. То есть эти ограничители позволяют при мощнейшей боковой поклевке удержать удилище на самом сигнализаторе. Это очень достаточно важная вещь, потому что кто боролся хотя бы раз с очень сильным трофейным карпом, это однозначно спасает. Также к еще одной отличительной черте мы в этих сигнализаторах мы относим очень крупный чувствительный ролик, который оснащен 4 магнитами. То есть за счет этого он является повышенной чувствительности и регистрирует даже малейшие поклевки. Вот, в принципе, сейчас мы это продемонстрируем. Надо будет сымитировать движение лески по ролику. И сейчас посмотрим настроечку чувствительности клавиша S Sensitivity. При нажатии клавиши раздается звуковой сигнал от 1 до 5, который оповещает о том, какой уровень. Один сигнал – это максимальная чувствительность, то есть меньшее количество оборотов ролика дает поклевку. Вот сейчас 1 – это самый чувствительный уровень, обратите внимание. Буквально минимальное движение, и уже идет регистрация поклевки. Что сразу же отмечается белым ярким LED-ом в левой части и цветным LED-ом по цвету сигнализатора в правой части. То есть это у нас синяя сигналочка, как видите, загорается LED и четко дает понять, какая сигналка сейчас сработала. Соответственно, на пейджер дублируется этот сигнал. Большая очень чувствительность, регулировать можно от 1 до 5, как я уже сказал. Это регулировочка наша. Вот это 1, ну скажем так, для самых привередливых, осторожных рыбаков. А еще одной отличительной особенностью сигналок можно назвать то, что очень хорошая сборка, достаточно классное качество, которое просто видно, беря в руки, сразу же замечаешь. Никаких люфтов, никаких зазубринок. Очень плавное, хорошее исполнение. Черный матовый стильный цвет. Спереди стилизован динамик алюминиевой накладочкой. Вот. Тоже такая вот хорошая фича, так называемая. Так, чтобы еще показать. Давайте проследим, как ведет себя сигнализатор при разных уровнях тональности и громкости. Так, это громкость наша. От минимальной к максимальной тоже 5 режимов. Вот это беззвучный режим, так называемый. Единственное, что регистрирует поклевку звуком сам пейджер. Так. Пейджера можно выключать вот эти LED после поклевки. Буквочка L позволяет это сделать, дабы, может быть, экономить расход электроэнергии. Либо, когда поклевочку увидели, моментально выключили. Так, тональность. Сейчас мы сделаем громкость. Из тональности есть вот такие звуки.
То есть абсолютно на любой вкус. Сейчас мы пейджер сделаем потише. Обратите внимание, что различные звуки издаются при регистрации поклевки к берегу, то есть на рыбака. Тон более жесткий такой. И от берега. То есть это, в принципе, после 2-3 рыбалок привыкаешь к этому очень быстро и уже понимаешь, как себя вести с поклевкой, когда берешь удочку в руки. Так, немаловажный момент. На пейджере есть режим вибра, он отмечен вот данной клавишей. И регистрируется поклевка уже непосредственно виброрежимом в самой руке, либо в кармане, либо как кто привык носить данный прибор. Также присутствует в наборе вот такой вот ремешочек. Он продевается в специальное ушко, которое здесь есть. Удобно очень носить на руке. Питание. По поводу питания. Значит, что в пейджере? Что в сигнализаторах питания микропальчики батарейки 3А, так называемые. Вот. И сразу же ответим на вопрос по поводу их энергоемкости. Данный набор мы тестировали порядка 5 двухсуточных рыбалок. До сих пор батарейки, первоначально, которые мы вставляли, работают, регистрируют поклевки. То есть вопросов с этим нет. Мы опасались действительно, что будет большой расход. Но уверяем вас, это не так. Работает все стабильно. Двухсуточные рыбалки, да, в том числе и под дождем, все было как бы очень на достойном уровне. Еще одним важным моментом можно сказать о том, что ролик, как мы уже говорили, очень чувствительный. К тому же есть у него ночной режим. Мы попытаемся сейчас продемонстрировать, как он светится. Включается он клавишей L и статично будет гореть тот цвет, который имеет сам сигнализатор. В темноте, поверьте, видно шикарно, он светится постоянно, то есть он не отключается, не включается автоматически. Он вот как включили по ночи, он так и светит, да. Естественно, рекомендуется днем выключать, дабы экономить батарейки. У каждого сигнализатора свой цвет, соответственно, вот так это выглядит приблизительно, чтобы было понятно. Очень яркие, очень заметные. Поклевки просто видно очень сдалека и слышно, поэтому в этом есть отличительная, одна из еще дополнительных отличительных черт данного набора. Также имеется вход мини-джек для того, чтобы регистрировать поклевки дополнительно на свингере. Вот сейчас продемонстрируем. Делаем вот так, видите, поклевка отрегистрирована, сигнал пошел дополнительно на свингер. У каждого, соответственно, сигнализатор этот вход. Что еще можно сказать? Черный цвет, матовая поверхность, фирменный логотип компании Verfocarb. Так они выглядят с оборотной стороны. Опять-таки, очень удобно вот это вот тумблер включения-выключения, потому что, когда устанавливается леска, дабы не давать ложных поклевок, мы просто-напросто выключаем, заводим леску, делаем определенное натяжение, которое необходимо на свингере плюс на ролике. Ну а потом уже после настройки просто очень легко включаем обратно сигналку. Все, она уже в работе, она уже готова к регистрации поклевок. В принципе, все, дорогие друзья. Позднее мы снимем еще более, наверное, более оглядный видеоролик. Ну а пока что заходите к нам на сайт, ссылочка будет в описании. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов. Всего доброго, до свидания.